Приветствую всех на канале 1С «Заметки программиста». Сегодня я вам расскажу и покажу, где можно вполне легально скачать учебную версию платформы 1С. Также разберем с вами процесс установки данной платформы на ваш компьютер. Переходим на сайт online.1s.ru. Здесь нам нужен раздел 1С. Выбираем 1С предприятие ось версия для обучения программированию. Здесь из списка также выбираем версия для обучения программированию. На данной странице можно ознакомиться с ограничениями, которые накладываются на учебную версию платформы. Также можно ознакомиться с составом дистрибутива, который вы получите в случае скачивания. Здесь у нас, собственно, сама учебная версия платформы, несколько демонстрационных конфигураций и разные методические материалы. Здесь же можно ознакомиться с системными требованиями. Нажимаем «Получить продукт бесплатно». Здесь нам предлагается заполнить небольшую анкету, где FIO и email являются обязательными полями для заполнения. На указанный вами email придет ссылка на дистрибутив. Далее необходимо принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Отправить». После чего на указанный вами email придет ссылка на скачивание. Скачиваем дистрибутив. У меня же дистрибутив уже скачан. Далее нам необходимо полученный архив распаковать любым из архиваторов. Переходим в папочку. Здесь у нас разные конфигурации демонстрационные, платформа и методические материалы. Нам нужна платформа. Переходим в папку с платформой. Ищем установочный файл. Запускаем. Далее здесь нам предлагается выбрать установочные компоненты и указать путь установки платформы. Я ничего менять не буду, так здесь уже все, что необходимо, выбрано. Нажимаем «Далее». Здесь можно указать язык интерфейса русский и нажимаем «Установить». Ждем, когда завершится процесс установки. Так, установка завершена. Нажимаем «Готово». Видим, что у нас появился ярлык на рабочем столе 1С предприятия. Заходим в него. Так как список информационных баз пуст, платформа предлагает нам добавить новую информационную базу. Как добавлять новую конфигурацию, мы рассмотрим с вами в следующем видео. Всем пока, удачи!